вышли мы уже от скотного двора. И сейчас, чтобы гнома увидели. Увидели человека с гномом фоткающегося. Так что идемте сейчас, перейдем и посмотрим. Это балкон. Какой-то гном-путешественник у нас. Гном-путешественник. Гном деловой. Да, что-то... Art Hotel Friend. А вы уже тут Art Hotel. А вон еще слева. А, вот еще гном. Тут уже они прям... Так и бегут к нам в камеру. А вот какой-то гном джин. Мастер Тоник какой-то. Открытая книга, у него прям выскакивает кто-то оттуда. Мастер Тоник. Вот такие вот гномы здесь. Страшные. Мы вообще пришли к Эльжбете. По-моему, это вот уже Эльжбета и есть. Сейчас, подождите. У меня просто, если честно, солнце закрывало очки. Очки закрывали солнце, неважно, короче, жмурилась я. Ух, да, на солнце, конечно. Да, конечно, здесь я вам скажу, уже все 35, но радует, что погода хорошая, потому что мы как не поедем, во Львове дожди, в Кракове дожди. А здесь красота прям. Вот, хотим показать вам Эльжбету, наверное. Мы не пошли сразу на нее, потому что было очень жарко. Ох, вот она какая. Да. А, ну я что, возле гнома прошла? Ну вот это же надо. Здесь вам что-то сняла, я возле гнома прошла. Гном Спун. Хотелу, патио, наверное. Ну это уже, как мы уже сказали, каждый делает своего гнома возле себя. Возле мороженого, возле сладости. Тапочки свои оставил. Улегся и спать. Погладь его на фарт. О, зачем класс. Ему такую маленькую кроватку сделать? Надо ж пошире. Да, видите, я снимала, голову задрала, гнома пропустила. Вот так вот. Так, сейчас подойдем к Эльжбете, наверное, поближе и включимся. А вот, смотрите, тоже все на Эльжбете. Закрыто в сеточку, красота. И Наташа идет, там ветер дует, как бы типа спасает, на самом деле не очень. Сейчас завернем за угол. О, какое здесь солнышко, уже сразу припекает. Да, я думаю, сегодня, конечно, она закрыта, но зато посмотрим вот так вот. Ой, красивая какая, сейчас я отойду, наверное, подальше. И вам все покажу. Вот туда можно взбираться, можно попадать. А ну, молодой человек, посмотрите, закрыто, да? Значит, закрыто. Вот она. Хотелось бы попасть наверх. Ну, видимо, сегодня закрыто из-за праздника. Вот это вот, кстати, крыша. Да, идем посмотрим. Мне кажется, закрыто. А, вон касса есть, кстати. Странно, касса открыта. Вот эта вот крыша, что мы вам показывали, которая становится то белой, то... зелено-красной. А вон еще, я уже вижу тоже гнома. Гномик, пожарник, ветеран написано. А ну-ка, вам так видно, я надеюсь. Гномик, ветеран. Это костел Эльжбеты. Ага, там нужно посмотреть. Всякие цены, наверное. Так, а здесь чтоб тоже я вам показала. Тоже, да? Тоже ветеран. Чтобы я тенью его не закрыла. Да, беретик. Потираем и желаем мира. А еще что я вам хочу сказать про саму Эльжбету. Очень много костелов и во Львове, и в Кракове. Была богатая женщина, заможная шляхтичка, 4 раза замужем. Вторая жена короля Владислава II. В общем, совсем ей неплохо жилось. Поэтому, видимо, и костел в ее честь. Так, ну что, пора, наверное, узнать, как забраться на Эльжбету. Ну что, ситуация следующая. 15 злотых вход, но только наличка. У нас налички нет. Мы ее все потратили на билеты. На билеты автобусом из Пшемысля сюда. Сейчас вам покажу еще раз ее. Не знаю, сейчас надо где-то искать. Чувствую, мы здесь только за копейки поменяем доллары. Блин, обидно. Надо было карточкой платить. Фиг с теми 2%. У меня что было 200 злотых. За билеты.
на автобус. Ну да, уже какая разница просто. Просто неудобно, что карточкой платить нельзя. Дивись, гарна надпись. Какая? А вон. Вильна, Украина. Так, Украина, Вильна. А ну слушай, люди заходят в сервис. А вот смотрите, гномы-пожарники. Как раз вон здесь Эльжбета. И еще один сидит, сейчас покажу. Вот гномы-пожарники. А тут кто-то уже повесил свою эту. Ну нафига, ну? Надо сбить просто. Не чтоб, люблю я это. Чтобы люди фигню не вешали. Так, и вот гном, который сидит, что-то он делает. Кстати, тут... тоже, наверное, а он, наверное, пещеру охраняет какую-то, смотри, тут склад не прям. Не знаю, а ты кто? Смотри, он такой, знамен... он это прям, знамя, прям это может знаменосить. Такой древний уже, я скажу. Так, ну как же попасть в Эльжбету? Вы знаете, что мы обменников-то и не видели. Не видели мы обменников вообще просто от слова совсем, когда гуляли. Не знаем, что делать, но сейчас пойдем, будем что-то делать. Вот кто-то здесь дает залпы, блин. Мы аж подскочили просто, честно, вот нечего делать. Блин. Хотя вы предупредили что-то, люди, пригнитесь. Нам после тревог это вообще как бы странно слышать. И мы так подлетели чуть-чуть. Хорошо, хоть в землю носом не упали. Вообще могли бы. Но мы этот грохот слышали. А после залпов мы нашли гномика сразу. Гномик с сердечком. Красивый какой. Ага, сердечко, как герб в розовом там. Пятёрый. О, банк. Он, может, закрыт, и банк. Да, наверное, банк закрыт. Ну вот я смотрю сейчас с этого ракурса тоже красиво, показываю вам. Ой, зашли в магазин, пытались поменять там. Мальчик даже хотел нам поменять доллары, но у него не было просто столько. Говорит, вряд ли вы здесь где-то поменяете. Мы сейчас попробуем походить по магазинам, зайти в жабку, потому что уже настроились полезть наверх. Говорю, давай завтра. Наташа говорит, нет, я уже потная, хочу лезть сейчас. Жаркое блазер уже одела, что солнце печет. Сейчас, да, если мы еще сберемся на Эльжбету, сейчас будет очень даже... очень даже по-эльжбетски. Попробуем поменять жабки, ну или где-то еще, может, люди как-то помогут. О, красиво. Это на... не Георгий-то? Не. А, Георгий, что ж ты? Со змеем. Если змеюка внизу, значит Георгий, да? Да, притоптал он змеюку хорошо. Молодец. Чего-то так не на коне. А вот и гном еще один. С подарочком. Подарочный гном. Это гном-подарочек. Да. Спасибо. Там все какие-то пения, гуляния на площади идут. А мы все ищем, где бы поменять доллары. Смотрите, ратуша. И прямо мы не заметили гномиков. Бежим а прям. Ой, а гномиков-то чуть мы не заметили. На велике не уехала. Ох, вот они, гномики-то. Какие-то, как красивые такие. Ой, смотри, гномик на инвалидной коляске. Угу. А, видишь, слепой и глухой. Видишь, это... А, это как три обезьянки. Не слышу, не говорю, не вижу. В смысле? Ну ты ха-ха-ха. Это людям, посвященные с инвалидностью. О, красиво. А вот видите, Counter Exchange на мальчик, который на машинках, сказал, что... ну, на машинках экскурсионных, что вот... надо бы отойти чуть-чуть от ратуши, и там будет обменка, которая работает. Вот здесь вот курс 40 и 5. Наташа, по-моему, мне помахала или не помахала, я не помню. Я ее послала туда, если что, чтобы она мне махала. А сейчас попробуем поменять доллары. У меня одна купюра, она немножко потертая. Надеюсь, что поменяем, и уже пойдем на эту Эльжбету-то. Все, поменяли. 100 долларов. Единственный киоск, который здесь работает. Слава богу, есть наличка, чтобы идти на... Эльжбету, а почему я удаляюсь сейчас от Эльжбеты? Наташа сказала, что здесь есть гномы. Я его уже вижу. И вы со мной тоже его уже видите. Вот интересные гномы. Наливаечка прям какая. Наташа сказала, с двух боков. Вон мужчина что-то фоткает, наверное. Надеюсь, не мусорку же. А ну сейчас посмотрим. Когда в погоне за гномами, ты немножко становишься странным человеком. Нет, мужчина все-таки кушает возле мусорки, наверное. Мужчины тут гномов не видели, мне нету. Мужчина такой, блин, Оля, типа, отстань. Так, а где же здесь еще гномы? Наташа сказала, что еще есть.
Наташ! Наташа, по-моему, испугалась, что меня потеряла. Знаешь, побежала гном, она же сказала, где гномы-то. Наша заходила сюда за угол, кстати. Так, это мне что, какой-то челлендж гномов найти? Ладно, побежали с вами за угол. Жарко капец. Ну и чё, где гномы? Ты сказала, там я уже увидела два. Я там уже увидела. А еще? А? На той стороне. На той стороне я посмотрела, но возле мусорки нету. Да? А, вон он, вижу, капец. Там а я к мужчине будет... подошла и думаю, мужчина, вы гномов вообще фотографируете? И он кушал что-то. Знаете, и погони за гномом, это очень смешно. Вон я вижу уже, где женщина остановилась. Это что, гном-велобайкер? Ну нет, наверное. Кстати, возле отеля Корона. Название отеля такое себе. Ух ты, это гном какой-то Посейдон. Или просто гном-король. Привет. Привет, гном. Ух ты, сколько мы уже гномов с вами нашли по Вроцлаву. Ох, блин, прям устали уже. Ну, что, друзья мои, значит, доллары поменяли. С хорошими людьми пообщались. Кстати, как найти доллары нам, где поменять, сказал мальчик на машинках, которые ездят по Кракову экскурсионно. А девочка из Жабки сказала подойти к мальчику на машинках, потому что мальчик на машинках знает, где поменять доллары. В общем, круто. Фух, теперь вперед, туда. На Эльжбету. Не, ну не дошли мы до Эльжбета. Наташа меня за руку как дернула. Я очень нежна. А вон еще я не посмотрела. А вон люди фоткают, и вон люди фоткают. Так, пока до Эльжбета дойдем, так, мы гномов найдем. Чему заканчивать? Не нравится. Вот гномики толкают что-то. Умнички. Смотри, один катит, второй тормозит. Это мы с Наташей в путешествиях, да? В смысле? Я качу, да? Я правильно поняла? Может и правильно, посмотрим сейчас. Честно, вообще не вижу, что я вам снимаю сейчас в данный момент. Вообще просто. От снова совсем. О, Наташа здесь вот села. Я скриншот сделаю сейчас. Пока мы идем к Эльжбете, все еще замечаем. На лаптопе сиди. Подключаем тайну. Угу. Чашечка кофе, да? Ух ты! Да. Наташа все время их гладит. А вот снова гномик. Ну, на Эльжбету мы все равно разберемся, я чувствую. Гномик красотун вот такой вот. Ой, это он с чем это? Если бы я еще видела, что я вам снимаю здесь. Я тоже не знаю, с чем это он, я не могу понять. Оно с той стороны, подожди, дай я пойду. Я не могу понять, там какие-то на нем узоры нарисованы, какие-то. И еще гномик вон там далеко стоит возле жабки. Жабка это магазинчики. Вам хоть видно? Да, вон он, малыш стоит, ждет нас. Вот, быстро приближаемся. И вот такой он, с чемоданчиком и чем-то еще. А, он чинит, это масленка. Вот это масленка у него, наверное, в руках, аж уже, вот это что? Я не понимаю. Мне как радио, не знаю. Соли, не знаю. Короче, это мастеровой. И жара. Так, встречаем вот такого гнома. Мы уже тут по тени идем в переходах. Дай пять, гном. Опа, дай пять на фарт. Ох. И Наташа говорит, вот там еще. О, прям гном веселун какой-то. Считайте, сколько это уже. Там уже больше 20 их нашли, по-моему. Ага. Кто считал гномов, сколько мы нашли за все видео? Это бачишь такая алебарда или что это называется? Да, алебарда. С кем хочешь сфоткаться? Да, сейчас пофоткаемся. Так, ну вот, просто хочу уж показать Эльжбеты. Ну, давайте уж попробуем сейчас залезть с вами. Ходили долго, доллары поменяли. Все, идемте вперед. Вы с нами, ставьте лайки, пожалуйста. Представляете, иду я и понимаю, что мы находимся. Вот эти дома, Яся и Магося. Вот, Ясь и Магось. Ясь – это мальчик, вот да, он. Левый? Да, а Магось – это девочка. Это как, условно, братец Иванушка, сестричка Аленушка, как Гетцен-Гренцель. Вот, эти дома, они встречают арка. Мы с другой стороны просто с вами обходили. Встречает арка в костел Святой Эльжбеты. Вот я они. Я сказала, мне так этот розовый домик, они брама. А правильно тебе девочка понравилась, Магося? Вот они. Почему так что Ясь и Магось.
Уже нашли мы их. Я не знаю, посмотреть в интернете, но там особо не объясняется. Ну как, а почему Иванушка, Аленушка или Гетцин, Гренцель? Ну такие имена дали. Оля и Наташа. Ну, все нормально. Подписывайтесь, судьба, пожалуйста. Кстати, вот здесь вот на мальчик он хотел поменять доллары, но его не было. И хорошие вроде сувениры. Да, и неплохие сувениры по таким не сильно дорогим деньгам. Так, вон там уже люди подходят к кассе. Мы надеемся, что мы взберемся. Все, билеты купили. Вот только кэш, только кэш. Все, покажи билеты. Красивые. 15 злотых билет вперед. А, ну давай я пойду первая. Да, тут ты опять будешь мою эту точку снимать. Ну не упади. Очки ты не снимешь, не хочешь? А, наверное, сниму сейчас, подождите. Так, ну очки сняли. И теперь по вот таким вот ступенечкам будем с вами взбираться на красоту. Наверное, весь путь я снимать не буду. Но вам надо. Вот. Интересно, они наверху такие? Очень степени? Много людей спускается, очень много людей идет. Поэтому мы будем просто идти и включимся уже наверху. Очень неудобно, когда кто-то спускается. Ага. Наташа вообще худой держалка, знаю, и сложно идти, держаться. А тут пройти, разминуться, извините. Все, а тут да. Разминуться вообще, вот мои ноги стоят. Я стыл, кто-то еще проходит. Бобик сдох. Ага. Бобик сдох, мы еще и четверти не прошли. Ох, это жесть, народ. Только уже снова люди проходили, ну честно. Ну просто я так скрутилась, чтобы мимо меня прошли. Мужчина все равно за мной рюкзак зацепился. Вот есть держалка, и без держания вы просто не зайдете. Не, я не верю, что мы добрались. Особенно когда пропускать людей. Но то, что я видела уже, это уже того стоит. Ох, какая красота. Не, на ступеньку не наступлю, на эту больной ногой. Так. Ну, у тебя здоровая. Да, очень здоровая. На 3 сантиметра в объема меньше, чем правая. Ух ты. Ну да, давай хоть посмотрим, что здесь. А, пока такие себе ставни. Ну, здесь хоть полегче, потому что тяжело людям идти. Многие себя плохо чувствуют. Что делать? Мы взбираемся на Эльжбету. Вперед, вы с нами. По-моему, где-то уже, возможно, будет окончание. Так вот уже. Ага. Ну, это, смотрите, это третья. Номер 3 по высоте, наверное, во Вроцлаве. 365 ступеней, а метров сколько, не знаю. Может, припишу, из гугла возьму. Но то, что мы сейчас маленькие окна видели, это уже того стоит. Это просто того стоит. О, дошли уже. Ага, здесь вот закрыто, да? Здесь закрыто. Совсем высота. Ну, кстати, уже все бетоном. Так, ага. Так, сейчас я одену очки и с вами выйдем. Наташа сушит футболку или, не знаю, или холодит ее. Все, Наташа, выходим. Одевай футболку. Ой, как хорошо. Выходим. Ох, мы с вами молодцы. Я обманула. Боже, какой ветерище. Какой ветер. Ой, самолеты. Ну, теперь давайте я вам сейчас покажу. Я просунула через решетку, а вы сами скажите, стоило ли это. Вон площадь, рынок, мы с вами уже знаем. Давайте вот так вот пронесу между решеткой, уже ступилась. Площадь, рынок, не, локтем. Ратуша, а вон что-то такое еще темное, красивое. Это есть, наверное, это, в смысле, современное здание? Темные, две колонны такие, что это? Ага, за рынком. Вот вроде как мы должны были идти там, уже это не заметили. Это же есть, наверное, вот куда мы зашли, нет? А, точно, Господи. Очень Мария похоже. Магдалены, да. Потому что мы проходили вот то белое здание, мы видели, я тебе обратила внимание, как это, как поздно. Да, наверное, мы это уже видели. А вот то с крестом, я не знаю, навряд ли мы его видели. Может, мы его проходили? С крестом. Красивое здание тоже, кстати. Сейчас слушай, я вам увеличу. Слушай, не. Вот это можем увидеть. Да. А вот то, вот, которое вон с крестом, это куда мы зашли? Мне кажется, вот так. Ага. Так, может сейчас быть, еще я вам буду показывать, потому что здесь решетки, и нужно здесь вам, оп, смотрите, оп, решетку прошли. Не смотри, это как ты сказала, вон эти домики. Как? Ясимогось. Ясимогось? Да. Ой, такие милые. Они бы даже на как раз. Да, кстати, в сувенирный магазинчик зайдем. Вот, красиво. Кстати, классно. Нет, того стоит 15 злотых, кстати, вообще небольшой. Это единственное, что, конечно, обменка нас подвела чуть-чуть, просовываюсь, держу камеру. Ой, как дует ветер, шикарно, потому что жара, я вам передать не могу, дорогие мои. Очень жарко, но очень классно.
похожи. Я очень надеюсь, что это стоило вам нравится и хорошо видно, потому что мне сейчас в очках не очень. Но я вам все покажу, а потом уж сама немножко посмотрю. Вдали гора, кстати, какая-то. Интересно. Так, я просто не буду телефон выключать. Ну, детки сидят, молодцы, добрались сюда, просто красавцы. Кстати, хорошо, что барьер большой. Меня так качнуло только что. Ну, река, река Одра. На Тумский остров, надеюсь, тоже попадем. Не, по решеткам правильное решение. Говорю, меня только что чуть не унесло в бетончик. Ага, сейчас я вижу, вижу, да. Так, подождите. Как же вам так показать это все? О, голуби, привет. Ага. Вот и красота. Ну, согласитесь, это стоило того, чтобы сюда карабкаться. На это могу, наверное, высунуть руку вам. А вон зеленый мост. Кажется, этот вот зеленый мост символизирует вход на Тумский остров. Или я ошибаюсь? Так отсвечивает, вообще ничего не вижу, честно. Не знаю, да тот зеленый мост и не тот. Вон зеленый мост символизирует вход на Тумский остров. Возле него любят фоткаться. Да, но еще есть и красный мост, по-моему, и синий мост. Ага. Вы кораблики там видишь, экскурсионные? Да, кстати. Это как дамба стоит, как перегороженная, смотри. Если будет момент, можем вообще покататься на кораблике. Посмотрим, ну, просто, что мы с вами успеем. Мы во Вроцлаве аж 3 дня. Ага, где сейчас ближе подойду. Смотри, красивые тоже. Да ты что там? Это вот, наверное, Тумский остров уже, точно. Потому что вот с тех костелов тоже вход на обзорку на лифте, я помню. Да? Да. Там есть лифт. Мост ведьмы, человек, не знаю, надо посмотреть. Мост ведьмы, я такое не слышала. Я не знаю, не, ну может и правильно. Сразу камеру хватать. Нужно тут ветер, чтобы она не улетела просто. Будет обидно, весь контент полетит. Вот. Красиво, да? Прям все с вами обходим, все смотрим. Да, тут надо поставить посушиться еще. О, это крыша, кстати. Вот крыша, которая нам казалась то белой, то красной, зеленой. Помните, как дождик? О, сюда тоже можно высунуться. Красиво, как красиво. Молодцы, что сделали такую обзорку. Но плохо, что не берут, повторюсь, конечно, денег с карточки. Ох, площади, рынок, да? Красиво. Такие домички. Боже, а в них же кто-то живет. Ну вот, почти все с вами обошли. Сейчас еще глянем на площадь и рынок. Уже такое обзорочное. Здесь вот солнце меня сильно светит. Я уже плохо вижу, что я снимаю. Ну, красиво. Наташе, по крайней мере, очень нравится. Уже Наташа загляделась. Меньше обзорность, конечно. Надо все время куда-то вылазить. Конечно, шикарно, да? Ох, ну что, вот такая обзорочка у нас. Ну, чтобы полным видео сделать еще про очень красивый костел Эльжбеты. Ну, идемте внутрь же еще зайдем. Наташа все говорит, давай зайдем. Ну, я думаю, она права. Надо зайти, посмотреть. О, там служба. Служба идет, да? Ну, тогда мы тихонечко. Сейчас все покажу.
офигевший, прохожу на службе. Заверну-ка я. Сейчас обойдем с вами немножко костюма. Ну, красиво, такие фрески. Вот. Вот красиво, но не пафосно, повторюсь, не пафосно. Вот такие интересные здесь иконы. Видео сделать. Ага, Наташа говорит пройти в этом. У меня видок, конечно, фу, джинсы закатаны, потная вся, еще блазер сняла. То в блазере еще вперлась в церковь. Прошу меня простить за это. Хотя очень многие, слава богу, в шортах оголенные. Можно заходить. Это правильно, ты приходишь к Богу со своими грехами на душе, а не как ты одет там. Не в купальнике же. Поэтому, честно, бабушки ворчащие, оденьте что-то, ну, я не знаю, как бы. Меня оно не впечатляет. А собор этот впечатляет. Это красиво. Ух ты, вообще, витраж такой необычный. Видео про костел Эльжбеты полное. И взбирались, и доллары меняли, и с людьми знакомились. Ну, прекрасное видео. Надеемся, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока.